отличники среди учителей. В пятницу состоялось закрытие 25-го городского конкурса «Педагог года». Более 20 представителей ивановских образовательных учреждений в течение месяца соревновались в трех номинациях: «Педагог общего образования», «Педагог дополнительного образования» и «Педагог дошкольного образования». Этап конкурсов было три. То есть для начала это был заочный этап, где педагоги представляли свой профессиональный опыт, профессиональное мастерство, подготавливали конспекты занятий и готовили, представляли свой опыт. В очном этапе педагоги показывали свои мастер-классы и занятия с ребятами. Ну и конец, финальный конкурс, это был круглый стол, на котором обсуждались очень серьезные проблемы дошкольного и вообще общего образования, в котором конкурсанты очень достойно себя проявили. Среди участников как маститые педагоги с более чем 10-летним опытом, так и те, кто совсем недавно встал на этот нелегкий путь. Марина Сотиева – победительница в номинации «Педагог дополнительного образования». С детьми работает всего 3 года, преподает декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Несмотря на небольшой стаж, она уже вывела свою формулу того, каким должен быть, что называется, учитель от Бога. Прежде всего, детей нужно любить, а потом уже все остальное. И я думаю, что воспитание детей начинается с пеленок. Конечно, сначала нужно самим родителям заложить ту основу, которую дальше уже будут развивать учителя, педагоги дополнительного образования. За 25 лет в конкурсе приняли участие более 500 педагогических работников. 9 из них небезуспешно представили наш город на федеральном уровне. Очень важно проводить такие мероприятия. Во-первых, они стимулируют педагога на дальнейшие победы. Во-вторых, они выявляют такой потенциал, который, может быть, педагог еще и сам в себе не видел. Кроме грамот и цветов, победители получили еще и материальное вознаграждение – 30 тысяч рублей. Сумма немаленькая, но все же главное для учителя – не подарки. Детская улыбка и добрые слова благодарности – вот самая ценная монета для педагога. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.